О чем говорит инвестиционный климат нашего региона? Какова работа в развитии регионального стандарта на 2024 год? Обсудили эти вопросы на заседании инвестиционного совета. Альбина Ламкова продолжит тему. В этом году это первое заседание инвестиционного совета. В регионе в этом направлении уже ведется работа, и она будет продолжена. Потенциал есть, отметил министр экономического развития Карачаево-Черкесии Артур Езауф, рассказав о мерах государственной поддержки в инвестиционной деятельности. В прошлом году по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Борисбиевича Темрезова правительством региона совместно с муниципальными образованиями Карачаево-Черкесской республики была проведена большая работа по формированию инвестиционных паспортов муниципальных образований, включающая в себя наиболее полную социально-экономическую характеристику каждого муниципального образования. Итогом проведенной работы стала генерация идей по вопросу повышения инвестпривлекательности муниципальных образований со стороны бизнеса и власти. Были включены сильные стороны инженерной инфраструктуры. Кроме того, в 2023 году внедрили инвестиционный региональный стандарт. Это комплекс мер и механизмов поддержки инвестиционной деятельности, включающий в себя нормативно-правовую базу. Она сформирована в поддержку защиты прав и интересов инвесторов. В результате работы была разработана инвестиционная карта. Это интерактивная карта, на которой размещена информация о действующих инвестиционных площадках в регионе, о точках подключения к инженерной инфраструктуре, о том, какие полезные ископаемые есть у нас в регионе. На данную карту нанесено более 667 различного рода атрибутов. Комплексный информационный документ рассчитан на конкретную аудиторию потенциальных инвесторов. Инвестиционная карта поможет получить целостное представление о том, какие есть возможности в нашем регионе и в какой сфере. Сейчас она находится в активной стадии разработки, но по ней уже можно работать. В будущем предстоит выстроить организационную модель, прописать четкие регламенты передачи информации, став единым окном для инвесторов, позволив бизнесу принять решения и сделать выгодные вложения. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия.